очередная посылка из Китая, которая будет интересна любителям EDC вещей разных, сообществ, ну и просто людям, которые любят организовать все у себя в рюкзаке очень здоровским способом. Вот такой чехольчик, он, как бы это сказать, такой прорезиненный внутри, а сверху замшевый. Затягивается плотно, подходит для переноски мобильного телефона. Также можно начищать вот этой вот стороной зеркало, либо там очки прочистить можно, либо же сам смартфон не оставляет никаких следов, разводов и всего остального. Вообще он как бы еще должен быть водонепроницаемый для бытовой техники. Размеры его небольшие, использовать буду для кабеля его. Здесь у нас 7 сантиметров на 13. Ну, как бы он дышащий, через него можно дышать, но я сомневаюсь, что он будет там прям на просвет. Есть небольшой просветик, но навряд ли он будет сильно держать влагу, но тем не менее в дождь можно будет защитить, какие-то там флешки положить сюда, что-то такое, что боится очень сильно воды. Powerbank навряд ли сюда влезет, ну а так судите сами. Если вам такая штучка нужна будет, то могу рекомендовать, в описании к этому видео будут все ссылки. Снизу он как-то неровно сделан. Да, заужен. Ну, может быть, это так должно быть. Возьмем стандартную EDC-шную расческу, засунем и спрячем. Она здесь, конечно, болтается. Но тем не менее для кабелей, у меня 4 кабеля, которые нужно будет спрятать, вот 2 из них метровых, я думаю, этого будет с головой. Так что все в описании. Всем пока, до новых обзоров.